Всем привет! Сегодня день открытых дверей в парке науки и искусства «Сириус», бывшее здание ГМЦ. Это недалеко от места, где мы живем. Ну и недалеко от Лебедского парка. Да, поэтому мы с Лучиком решили сегодня распечатать билет. Взяли билетик, в общем, и идем на презентацию клубной деятельности, которую предлагает кружковую деятельность. Предлагает «Сириус». Сейчас будем смотреть. Нам надо что-то типа схемотехники, компьютерные технологии, создание онлайн-игр, Майнкрафт. Да, я на самом деле хочу стать программистом, вот вы узнали секрет. Это была большая тайна. Луча хочет стать у нас специалистом, который будет создавать компьютерные игры. И вот мы сейчас узнаем, что нам предлагают, почем и в какие дни. Ой, помню, это был какой-то концерт был, помнишь? Да. Никита, инженерная школа «Сириус». Михаил, ракетно-космическая школа «Сириус». Ксюша, информационные технологии младшей группы. Компьютерная школа «Сириус» и дизайн. Компьютерный, естественно. Гейм-дизайн. Младшая группа. Григорий, школа ракетно-космической техники «Сириус». Алексей, программирование. Гейм-дизайн для старшей категории ребят. Кило. Экспериментальная химия. Гончарная мастерская. Мария, биология. Дмитрий, робототехника. Дмитрий, инженерная школа. Если интересно, давай глянем. Да? 14 плюс. Гейм дизайн. А вон 7-10 лет. Приходит ко мне. 17. И в программе Майнкрафт. Да, сегодня там я более подробно. Зеленая мотивация. Можно учиться основам программирования. То есть мы изучаем различные алгоритмы, по которым наша черепашка будет выполнять какие-то действия. То есть либо она нам строит какие-нибудь заборы, можно при помощи этой черепашки составить свое имя, например. В форме открытых столов. Ты нашел? Все, мы нашли. В форме открытых столов. Просто подходите, записываетесь, берете информацию, группы будут формироваться чуть-чуть позже. Лучше хочет на гейм-дизайн, ну гейм-дизайн, так гейм-дизайн. У всех, даже космические системы есть, можно ракеты строить и в космос отправлять. Художественная керамика, олимпиадная математика, и руками поделать, и головой подумать. В общем, очень классная сегодня презентация кружковой деятельности у парка науки и искусства. Введение в современную биологию. Ну, друзья, ну на любой вкус прям все есть. Надо сейчас Лучику сказать, что здесь еще есть биология. Может, его это заинтересует. Так, а это что здесь такое, ажиотаж? Роботостроение. Короче, очень-очень классно, потому что есть большой выбор. Я решила выбрать Алексея. Это мужчина, который занимается с приложением Unity 3D. Это очень сложное приложение для создания игры или зарисовки, или 2D, или 3D. Вот я хочу попробовать. Я уже говорила кое-кому, чтобы скачал на компьютер. Он меня имеет в виду. Да. Я попросил скачать Unity 3D, но он не верит, что это такое вот приложение хорошее. И я, наверное, скачаю себе на аналоги. Вот видишь, наша система? Да, она один раз, к сожалению, летала. И то в автоматическом режиме.
У тебя в Лего совсем другой, у тебя в Лего Шаттл. Он лежал в основе создания Бурана, потому что Буран создавался в противовес космическому челноку. Но, к сожалению... А вот прототип самолета. Да. Самолет, самолета. А это прототип простого. Это ракета, а это самолет. Да, должны были запускать самолета. Вообще мы выбрали уже себе кружок, вот сюда мы пойдем. Который мы хотим. Да, вот мы сюда будем ходить. Да, в умный город. Пойдем. Вот сюда. Туда пойдем. Идем сейчас с Лучиком. Прямо ну, уже на саму презентацию умного города. Гуляем по умному городу, ожидаем начала подробного мастер-класса. Лучше, конечно, давно здесь хотел оказаться. Мы были на нескольких открытых площадках и на экскурсиях в течение года. Но вот сейчас мы делаем выбор на целый год, на целый учебный год. Ходить будем по субботам, скорее всего, потому что это один из немногих выходных дней, и то он частично занят. Лучик посещает несколько школ дополнительного образования. Ну, будем делать выбор, не знаю. Сейчас решим. Суббота, конечно, идеальный день. Вообще, конечно, смешанные чувства. Очень интересно. Будем Лучика возить к себе на работу. А! Иду! Открытие портала по предоставлению госуслуг онлайн. В Москве через портал mos.ru можно получить более 200 госуслуг для физических и юридических лиц. Это доказал возможность искусственного интеллекта. Сейчас мы возвращаемся с довольно маленькой часовой, можно сказать, экскурсии. Но нам сказали, что если я попаду, чтобы попасть в центр, надо ответить на три вопроса. В общем, будет собеседование. На собеседовании станет понятно, попадает Лучик в группу или нет. Если я ответила из трех.